Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас с вами новинки второго каталога Faberlic. Будем все смотреть и рассматривать. Итак, поехали. Вот так у нас все с вами упаковано. Вскрыла коробочку. Давайте по порядку. Faberlic, ура, ура, девчонки, возобновила акцию для VIP-консультантов с VIP 9, по-моему, если не ошибаюсь. Можно теперь за 2 недели до начала действия каталога заказывать новиночки. Это на самом деле очень круто, поэтому я как только узнала про эту акцию, конечно, быстрее заказала новинки второго каталога. Практически все они были доступны для VIP-ов. Также еще потратила свои купоны, которые у меня были, да, потому что появились некоторые БАДы новые, которых не было на момент начала действия каталога, да, решила взять. И была еще очень крутая распродажа по срокам годности, там много интересных товаров. Давайте начинать. А начнем мы с вами с серии Ума. Вот такие новинки. Это у нас с вами гель-концентрат для стирки детского белья. Специально снимаю руками, чтобы вы смогли по достоинству рассмотреть все эти новинки, почитать, разглядеть и так далее. Написано, что гипоаллергенная одушка не содержит фосфатов, красителей, парабенов. А концентрат, цена так же, как и на все гели для стирки. Ну, сейчас, по крайней мере, была, я не помню уже во втором каталоге сколько. Здесь у нас с вами ионы серебра 0+. Артикул 305-15, и давайте покажу вам подробно состав и способ применения. Кому интересно, можно нажать на паузу и почитать. 20 стирок написано. Машинная стирка 25-35 мл. Колпачок у нас мерный с вами. Да, здесь еле-еле заметно, вот тут на колпачке есть деление. Вот такой вот он, ну, жиденький бы я сказала. Такой средней консистенции, да, и прозрачной. Давайте по одушке потестируем. Одушка есть. Знаете, такой запах чистоты, но с чем-то сравнить не могу. Гели для стирки из линейки Faberlic Baby пахли по-другому. Здесь какая-то фруктово-ягодная одушка, еле-еле уловимая, очень деликатная. Вот на мой нос какая-то она фруктово-ягодная, девчонки. По-другому не могу описать, но она есть. Она есть, он не совсем без одушки, она есть, но еле-еле такая уловимая. Вот такой интересный гель. Буду стирать, обязательно в следующем видео будем поподробнее с вами разбирать, расскажу, как в действии и так далее. Отстирывает, не отстирывает. И уж в обзоре каталога второго точно полноценные отзывы на все новиночки будут. Так, поехали дальше. Что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами кондиционер-умягчитель. Прям вот умягчитель для детского белья. Здесь все то же самое. 0+. Ионы серебра. Все абсолютно то же самое. Артикул у нас с вами 305-16. Придает особую мягкость, без СЛС, фосфатов, красителей. А ионы серебра хорошо известны своей высокой активностью против вредных микроорганизмов. То есть, получается, у нас с вами вся эта серия, она еще и обеззараживает. Показываю вам подробно опять информацию. Состав, кому интересно, да? И так далее. У нас с вами дата изготовления 29.11.22. То есть, в принципе, им месяц. Свежачок. Интересно тоже будет попробовать, потому что мне очень нравится из детской линейки нынешний кондиционер. Мне очень нравится кондиционер Sensitive. После него белье мягкое. Давайте посмотрим на консистенцию. Беленький он у нас с вами такой, белесый. Тоже такой жиденький, однородный. И по одушке. Слушайте, здесь другая совсем. Похож, но немножко другая. Здесь на первый план как-то вот этот вот аромат чистоты выходит. Больше мне нравится аромат, нежели у геля концентрата для белья. Аромат чистоты с какой-то парфюмерной одушкой очень вкусненькой. Такого тоже не было, ни один кондиционер, ни один гель так не пах. Интересно, на самом деле. Мне нравится одушка, очень приятная, парфюмерная. Она выражена сильнее, чем в геле концентрате. Посмотрим, будет ли оставаться на белье и так далее. Так, еще один продукт у нас из этой серии с вами есть. Он почему-то в пакетике отдельно. А, потому что это у нас уже якобы бытовая химия. Тоже Ума гель-бальзам для мытья детской посуды. Тоже 0+. То есть, смотрите, сосочки, бутылочки, все можно мыть. Тоже с ионами серебра. Не содержит одушку, фосфатов, красителей, парабенов и так далее. Так, артикул я вам сказала. 305-16 это у нас с вами кондиционер. Да? И 305-17 это гель-бальзам для мытья детской посуды.
Так, тоже без СЛС, СЛС, фосфатов, красителей, парабенов. И тоже, получается, будет обеззараживать. То есть вредные микроорганизмы все якобы уничтожают у нас ионы серебра. Показываю вам инструкцию. Вот эти для замачивания. Разводить опять у нас с вами можно и в концентрированном виде. Я всегда в концентрированном сейчас использую. Ничего не развожу. Показываю вам поближе опять состав, ингредиенты и всю информацию. Если вам интересно, давайте смотреть. Дозатор обычный, как у всех у наших сейчас средств для посуды, да? Гелевое средство. Плотное, прям такое густое. Густое, видно, густое, прозрачное. Давайте смотреть на момент отдушки. Ой, практически никакой, но есть схожесть с кондиционером для белья. Вот этот вот запах чистоты. Менее выраженный, еле-еле-еле. И фруктики. Вот что-то среднее между гелем для стирки и кондиционером. Вот такой вот аромат. Вроде как и фруктики, запах чистоты. Средний выражен он в этом средстве. Посмотрим, буду мыть. Тоже покажу обязательно, как пенится на губке. Все в следующих роликах покажу. Так, взяла, по-моему, по купону. Я уже не помню, или без купона. Но их надо было дорасходовать. Концентрированное моющее средство для полов. У меня все закончилось. Цветущая липа. Мое любимое. Faberlic Home. Обожаю за запах, девчонки. 302-17 артикул. Это запах липы. Липы цветущей. Это такой божественный аромат. К сожалению, он в комнате не остается. Оно такое зеленого цвета. В комнате не остается, жиденькое-жиденькое, в помещении, в воздухе, но пользоваться одно удовольствие. Прям действительно цветущая липа. Так, поехали дальше. Дальше у нас с вами два геля для душа. Вот как раз к разговору про липу. Один липовый цвет, это как у нас сейчас с вами линейка шампуни, да, с алоэ и крапивой. А здесь у нас гель для душа, такой эко-формат, красивые бутылочки, кое-что напоминающее, да. Смягчение кожи, именно липовый цвет у нас идет. Артикул 200.03. Показываю вам всю информацию. Я уже почитала, ознакомилась. А вот этот гель именно заявлен для смягчения. То есть никакой сухости, ничего. Лечебные свойства. Эликсир молодости и увлажнение. Липа якобы собрана, девочки, в Сибири. Вот, и понюхаем. Флакончик у нас сам прозрачный. Это гель для душа так окрашен. О, да. Но здесь я бы сказала, вот если средство вот это действительно пахнет липовым цветом, то гель для душа пахнет липовым медом. Да, это липовый цвет, но он подслащенный, такой немножко засахаренный. В целом мне нравится. Но вот в средстве для мытья полов она свежее. Здесь она такая липа слащавая, девчонки. Слащавая, такая сладенькая липа. Прям, да, липовый мед. Вот так бы я назвала этот гель для душа, а не липовый цвет. По густоте, смотрите. Густой, хорошенький. Так, дальше у нас с вами земляничный гель для душа. Тоже по густоте он такой же. Он, мне кажется, даже погуще, слушайте. Если два вот так вот взять. Ну, в принципе, одинаково. Хотя липовый, да, он как-то побыстрее стекает. Чуть-чуть погуще, как будто земляничка. И в том у нас с вами 95% натуральных ингредиентов и тоже увлажнение кожи. Именно на это направлено. Так, артикул вот 200.05. Показываю вам тоже всю информацию, состав. Земляника, душистая лесная ягода с древней, так, полезные свойства. В Карелии, из Карелии у нас этот состав с вами. Насыщенный вкус и сочность, множество витаминов для сохранения красоты и молодости вашей кожи. Ага, давайте нюхать. Земляника. Но для меня химозная. Даже бы, знаете, у девчонки сказала, больше клубника. Земляника немножечко другой аромат. Немножко такая химозненькая клубничка с земляничным отголоском. Не пахнет она, как вот есть, допустим, земляничный чай. У меня или зеленый чай раньше покупала с земляникой. Вот именно с ягодами, прямо с листиками. Немножко не так. Немножко химозная и тоже слащавая. Вот прям сладенькая такая. Не земляничное варенье, нет, оно пахнет тоже совсем по-другому. Но какая-то вот слащавая земляника, клубника. С химозной немножечко душечкой. Посмотрим, будем принимать душ. Посмотрим, что из себя это все дело представляет. Так, дальше линеечка Стора Дамора. Что первая под руку попалась, будет у нас вот такая весенняя, наверное, лимитка. Я так подозреваю, да? Лимитированная.
Роза. У нас здесь с вами роза. Вот такие они красивые флакончики, блестящие, прям такие голографические переливаются, все отражаются. Артикул 2889. Это гель для душа розовый кварц. 200 миллилитров. Вот так все это дело выглядит во флакончике. Он такой красивого прям цвета. Переливается тоже. Тоже есть цветоотражайчики какие-то в самом геле для душа. Но здесь роза абсолютно химозная, потому что я не люблю ее натуральную. И в косметической продукции здесь ее нет. Здесь прям вот запах, знаете, геля для душа, мыльной основы. С небольшими отголосками цветочками. Цветочков. Не скажу, что прям роза-роза. А интимочка то же самое. Кстати, вот эти буковки все, они выбиты, они прям выпуклые. Интересно очень оформили. То есть вот здесь только, да. Они выпуклые. Тоже такой флакон, дозатор. Я не очень люблю серию Стародомора интимки. Но новиночки решила взять все. 200 мл тоже, 28,88 артикул. Давайте посмотрим, отличается ли одушка у средств. Нет, не отличается. Вот тоже на первый план выходит вот эта вот мыльная основа. Основа гелия для душа, что ли, не знаю, как назвать, девчонки. Но не роза. Но одушка приятная. Никаких неприятных ассоциаций нет. Так, еще у нас с вами из линейки Стародомора несколько продуктов. Два, по-моему. Да. Это мыло. Вот так выглядит пакетик. Твердое мыло. Артикул 2910. Розовый кварц. Давайте смотреть. 60 грамм. Вот так оно выглядит. Симпатичное. Розовенькое. Здесь Фаберлик написано. Кусочек такой ограненный камешек, да? По аромату, вы знаете, он более интересный для меня, чем в предыдущих двух средствах. Здесь парфюмерная одушка, никакой розы вообще не чувствую, но может быть совсем какой-то далекий отголосок. Красивая парфюмерная одушка, яркая, притягательная такая, очень интересная. Мне вот пока по запаху мыла нравится больше всего из этой серии. И у нас с вами типа новогодней соли что-то. Может быть, это она и есть. Попробуем, обязательно сравним. Артикул 2900. Это соль для ванны с пеной. Информация, кому интересно, если вам видно, не отражает, можете нажать на паузу, посмотреть состав. Вот он. Давайте откроем, посмотрим. Получится. Здесь нет никакой надсечки, к сожалению. Ножичком. Может быть, это даже то же самое, что и было на Новый год. Я не удивлюсь. Надо будет сравнить по одушкам, потому что у меня, в принципе, еще есть запасы. Ксюшка как-то не горит желанием с той пеной принимать ванну. Так, ну здесь такая больше пыль, смотрите. Видно вам? Такая вот пыль. Нет каких-то крупных частичек. Ой, здесь совсем другая одушка. Она совсем парфюмерная. Совсем-совсем парфюмерный, прям вот какой-то парфюм даже напоминает Фаберлик. Но приятная и достаточно яркая. Здесь есть отдаленная нотка, как у мыла, которая вот мне очень-очень понравилась. Она где-то сзади. Но тоже пахнет гораздо лучше, чем гель для душа и средства для интимной гигиены. Прям яркая и интересная душка. Так, поехали дальше. Что заказала? Заказала вот такую повязку, девчонки, на голову. Никогда не брала повязки Фаберлик. Посмотрим сейчас. О, грязная, что ли, пришла, смотрите. Артикул 115-75. Хотелось именно беленькую, лаконичную. У меня достаточно большой обхват головы, мне не все далеко повязки подходят. Сейчас посмотрим. Но цена вопроса была маленькая. И носки сразу покажу, а потом за кадром пошуршу. Из шерсти мы уже брали такие носки много-много раз. И себе, и мужу, и Ксюшке. Они великолепные, они не колятся. В них очень-очень тепло, даже в самые морозы. Прям вообще. Только стирать их тоже надо правильно. Если постираете неправильно, в высоких температурах, оборотах, они вот эту свою теплоту теряют. Это я уже по собственному опыту говорю. Именно на деликатной стирке, на стирке для шерсти, да. А размеров больших нет. Я взяла вообще мужу размер 39-41, но больших нет. И поэтому пришлось взять вот такие. Но они хорошо тянутся. Надеюсь, подойду. У него 45-й просто. Артикул 820-451. Сейчас все открою. Вот так выглядит повязочка. О, слушайте, хорошо тянется. И да, она как будто бы у. Причем видно, что это
какой-то косметоз. Представляете? Кто-то мою повязку уже поносил. Поносила, испачкала. Или обо что-то она обтерлась. Ну, хотя она в пакете. Нет, пакет не порван. Ничего, все отлично. Герметичный. Ну, в общем, где-то она в чьих-то руках побывала. Сейчас на голову ее надену. И скажу, как по обхвату, нормально или нет. В следующем ролике уже вам покажусь в ней, простерну. Нет, вы знаете, хорошо. Вот хорошо, прям хорошо, не давит. Не давит, прям как раз. Вот и невелико, у меня есть одна, которая мне велика, одна, которая давит. Одна, которая вот нормальная. Вот это вот тоже нормальная, вообще классно. Не давит, все отлично, все замечательно. Хотя, я еще раз говорю, вот у кого большой обхват головы, можно брать смело 100 с копейками рублей. Носки, вот они. Смотрите, как они тянутся. То есть до 45-го, я думаю, они растянутся хорошо. Они очень теплые, видно, что здесь шерсть. Прям вот шерсть, шерсть. Все отлично, все здорово. Очень тепленькие носочки. Поехали дальше. Так, взяла гамаш по купону, свой любимый Axiology кислородное дыхание. Обожаю его на утреннее умывание. Артикул его 0271. Он очень классный. Здесь много мелких частичек. Но они не травмируют кожу, но их действительно много. Он такой легкого ментолового оттеночка, достаточно плотный. Частички камера не передает, потому что они очень-очень-очень мелкие. Но они хорошо очень очищают кожу и шлифуют. Вот сейчас немного видно, да, как такой сахарок. Запах обалденный. И вот после этого гамажа, именно после него, я чувствую, что у меня кожа как будто дышит. Вот она настолько очищена хорошо. И, может быть, какие-то компоненты способствуют, что есть какой-то легкий холодок. И как будто вот у меня всегда такое ощущение, я чувствую, как кислород проникает через клетки кожи. Она дышит, она чистая, и все здорово. Поэтому очень люблю этот гамаш и периодически его беру. Так, новинок еще много, девчонки. Давайте пока покажу, что взяла в распродаже по срокам годности. Два продукта, по-моему, я взяла там всего. Да, вроде остальное тут практически все новинки. Так, это не срок годности, это просто взяла спонжи, потому что закончились. Это очень мягкие спонжи, кто не любит вот такие вот, как из Fix Price, конжаковые, да, вот это вот сюда. Это прям мягкий-мягкий поролончик, который намокает, разбухает при соприкосновении, контакте с водой. Закончились из фиксов, фикс в ближайшее время не пойду, поэтому вот такие решила взять, пусть пока будут. Артикул 910-062, здесь их три штучки. Они размокают. Так, вот распродажи по срокам годности. Взяла Арису. Сегодня слышала, что Арису выводят из каталогов. Вроде недавно говорили, что нет, сейчас уже да. Поэтому, если вы любите уход Арису, запасайтесь. Это у нас с вами детокс-скраб для кожи головы, вулканический пепел. Артикул 7733. И у него срок годности. Так, он от 3-21. То есть нормально еще полтора года, да, если. То. Нет, не полтора, наверное, он три года, срок годности. А, два года, слушайте. До третьего месяца 23-го года, то есть, ну, вообще нормально. А я пробовала маску из этой серии, вы знаете, у меня жутко после нее воняло, по-другому не скажешь. Кожа, головы и волосы. Надеюсь, с этим так не будет. Он у нас, кстати, никак не запечатанный. Вот он, скраб. Действительно, скраб, тут разные частички. Одушка нормальная. Одушка нормальная, буду пробовать. Я такие вещи люблю. Кожу головы нужно скрабировать обязательно тоже. И, девчонки, взяла линейку Матридженик. Это у нас, по-моему, с вами 50+, 55+, если я не ошибаюсь, или даже 60+. Ее тоже выводят из каталога, ее уже в каталогах нет. И на сайте даже вот этой вот маски, по-моему, нету, или только она одна осталась. Это восстановление треугольника красоты. Что-то прямо она там меньше 100 рублей, мне кажется, стоила, если я не ошибаюсь. Сейчас найдем, с вами посмотрим. Потому что, ну, это для этой серии очень-очень дешево. И мне захотелось попробовать. Но почему бы нет? Ну что, что не по возрасту, как бы, да? Все нормально. Так, маска, да, маска. У нас с вами... А, нет, 239 рублей. Я что, маску за такую сумму взяла? Не, девчонки, что-то тут не то. А, скидка, вот, сумма со скидкой, господи, 177 рублей. Вот давно чеки не изучала, слушайте. 177 рублей. А мне кажется, даже меньше было. Что-то почему-то мне так кажется. Так, вот. Это у нас с вами маска скульптора для лица, шеи и декольте. 0761 ее артикул. А у нас много очень сейчас продукции на центральном складе в распродаже по срокам годности. Будем с вами пробовать вместе. Смотрите, какая она какого-то землистого цвета. Ой, какая плотная, как баттер, слушайте. Ой, и пахнет лекарствами какими-то. Аптекой пахнет, йодом, слушайте.
Кто пробовал эту серию, она йодом пахнет. Прям вот йодом пахнет. Живым. Я надеюсь, это не от того, что она испортилась. Но нет, еще потому что минимум полгода можно после истечения срока годности. А у нас здесь, ну она такая плотная. У нас здесь 06-09-21. А срок годности у маски... Попробуй найди. Не вижу, девчонки, какой срок годности. Полтора года, то есть 09-21, 09-22, плюс еще 6 месяцев, 10, 11, 12, 12, ну, тоже до апреля. То есть нормальный вообще срок годности. Буду пользоваться. Кто пробовал, девчонки, про душку расскажите. А душка, конечно, вообще капец. Восстанавливает четкость контура лица, структуру эпидермиса. Нормализует работу сальных желез, очищает пору, устраняет черные точки, выработку коллагена, эластин, отшелушивает регенеративные функции, эффективность средства ежедневного ухода для очень зрелой увядающей кожи. Ага, интересно. Интересный продукт, будем пробовать. Дальше. Повторила покупку вот такого дезодоранта товара для мужа. Понравился, нравится одушка, все нравится, поэтому взяли еще раз. Артикул 3619. Классно. Дальше БАДы еще были в отдельных пакетиках. Я взяла минеральный комплекс для мужчин. Женский допиваю. Завтра, по-моему, последние как раз две капсулы. И спросила у мужа, будет пить? Сказал, вроде будет. Все здорово. До 40 взяли вот такой вот комплекс. Мне очень понравился женский. Классный состав. Все здорово. Я пока пила, чувствовала себя просто вообще потрясающе. И взяла себе, девчонки, баланс нервной системы, по-моему. Да, баланс нервной системы. Так, артикул мужского. Где он у нас? Господи, 157.03, нервная система, 156.74. Кому интересно, тоже могу поближе показать состав, но сейчас все есть на сайте, информация в общем доступе, поэтому в этом плане все нормально. Здесь для нервной системы было 3 БАДа. Мне понравился именно этот, знаете почему? Потому что здесь есть в составе какой-то компонент, который то ли отвечает за выработку гормона счастья, то ли усиливает его выработку, то есть как антидепрессант. Так, я пила натуральный антидепрессант одно время, давно-давно уже, и он вот именно натуральный, не вызывающий привыкания, на растительной основе отвечал за выработку серотонина усиленную, гормона счастья. И вот здесь что-то тоже такое я прочитала, короче, в общем, взяла. Взяла, буду пить, хочу. Сейчас это зима затяжная, и вообще очень хочется. Так, дальше пробник парфюмерной воды, которая появится у нас с вами. Я забыла, как она называется. Артикул 407-63. Во втором каталоге ее нет. Точно она либо в третьем появится, либо в четвертом. Но пробник уже есть. Так, девочки, знаете, как называется? Шани. Шанти. Это Т, нет. Шанти. Вот так выглядит пробник. Давайте тестировать Шанти. Я что-то вообще такой воды ни в анонсах, нигде не помню. У нас эта вода заявлена. Я вставлю вам, девочки, картинку тогда, когда видео буду редактировать. По-моему, как тоже антидепрессант. То есть в ее составе есть что-то там волшебное и чудесное. Читала несколько дней назад, поэтому уже забыла. Вставлю вам. Слушайте, ну она интересная. Она интересная. Возможно, я даже вот по первым впечатлениям хотела бы полноразмерку. Она успокаивает, по-моему. Для медитации, что ли, да, что-то с медитацией. Не антидепрессант, что-то с медитацией связано. Она не ярко выражена, она не бьет в нос. Но это опять пробник. Вот очень тяжело судить по пробникам. Вот таким вот, без распылителя. Я даже не пойму, с чем сравнить, но это точно не похоже ни на что Фаберлик. Это какой-то аромат чистоты, есть зеленая нотка. Нет никаких ярких, сладких, пудровых, шипровых нот, древесных тоже не чувствую. Хотя нет, древесный чуть есть. Какой-то больше вот зелени и чистоты аромат. Слушайте, ну берите пробник, тяжело на самом деле описать, тем более, когда вот что-то такое вообще непонятное. Он классный. Он такой, я бы его взяла вот на раннюю весну, когда все таять начинает, у меня прям ассоциация такая. Подснежник. Какие-то белые цветочки слышатся, вот что-то такое. Интересный, на самом деле, интересный. Не скажу, что он супер легкий, но он не терпкий. Возможно, он будет нестойким. Я тогда вам в следующем ролике расскажу. Дальше две новинки. Это куркума. Это у нас с вами сыворотка и крем для век. Крем для век у нас 15 мл. Артикул 3858. Все с вами попробуем обязательно. Блин, мне сейчас вот Матридженик перебивает своим йодом все вокруг. Вот такая малышка. Что у нас с вами тут за... А, вот так.
Хотелось бы, конечно, с носиком, но ладно, пусть будет так. Давайте попробуем. Такая плотная консистенция. Мне очень понравилась куркума. Я подробный пост в Дзене на нее писала. Кремы великолепные, восхитительные, очень круто работают. Мне безумно понравилось, как работают они на коже декольте и шее. Просто вот видоизменилась у меня эта зона. Так, давайте смотреть. На коже тает сразу практически и увлажняет. Текстура плотная, но вот на коже ощущается легко. Одушка такая же, как у всей серии. Еще пока не впитался. Ну вот впитывается и такое хорошее, слушайте, хорошее увлажнение, прям вот хорошее. Не водичка, не очень легкий. Давайте сыворотку смотреть. Она у нас тут с вами запечатана. Так, у сыворотки артикул 2859. Кому интересно, давайте состав сыворотки покажу вам. Вот он. Вот так выглядит сыворотка, вот такая малышечка. Давайте ее потестируем тут рядышком. Она у нас никак не запечатанная. Тут прям водичка, смотрите, такое молочко, сливочки. Легенькая, прям легенькая по первым впечатлениям. Аромат такой же, но менее как-то вот выражен. Слушайте, она прям не сразу впитывается. С ней можно легкий массажик будет поделать. Вот еще скользкая рука, прям такая скользкая-скользкая. Вот начинает уже впитываться, распределяться. Липкости оба средства после себя не оставляют. Мягкое, комфортное увлажнение. Это даже, слушайте, это даже концентрат. Это даже не сыворотка. А здесь витамины С, В3, Е. Так, защищает кожу от повреждений свободными радикалами, способствует сокращению пигментации, осветляет, выравнивает тон, повышает выработку коллагена, церамидов. Очень интересно. Биодоступность высокая, но тут про куркуму, но в Автем здесь тоже есть, как бы все отлично. Здорово, интересно. Будем пробовать в следующем видео тоже. Будем все подробно разбирать. Дальше две новинки. Это вот такие кремы для рук и для ног. Красивый дизайн. Они такие гладенькие все, прям такие красивые, переливаются. Два в одном. Пчелиный воск, крем для ног, восстановление питания. И пантенол, крем для рук, увлажнение, смягчение. Пчелиный воск у нас 13,70 и 13,71 для рук. Почему два в одном? Восстанавливает и питает. Для ног, для рук увлажняет и смягчает. У нас тут два активных ингредиента. Почему два в одном? Готовое решение для ухода за кожей ног. Эффективно действует сразу после нанесения. О, охлаждает, слушайте. Пчелиный воск смягчает загрубевшую кожу ступни, усиливает ее защитный барьер, устраняет шелушение. Входящий в состав ментол. Класс, вот это я люблю. Является отличным освежающим, дезодорирующим средством. Оживляет и восстанавливает усталую кожу. А для рук у нас почему два в одном? Потому что... Увлажняет, повышает, пантенол, и масло зародышей пшеницы, питает, укрепляет, смягчает кутикулу, предупреждает ломкость ногтей, то есть даже для ухода за ногтями у нас с вами. Интересные продукты, большой, кстати, объем у них по 75, наверное, по 100 миллилитров, что я загнула. Так, это у нас с вами что? Это у нас крем для ног. Я на ногу сейчас и намажу, девчонки, пчелиный воск. Посмотрим. Ментолом пахнет. Прям ментол, мята, прям леденец. Ну и в то же время есть одушка, знаете, какая вот с ядом у нас с вами крем есть. Вот чуть-чуть пахнет. Который из серии, господи, как она называется? Ну, где крем с аргининым, и там у нас есть пчелиным ядом. Охлаждает, охлаждает легонечко. Но пахнет ментол плюс вода, вот это вот. Там, правда, у нас с вами яд бирзы, по-моему. Или кого? Змеиный. А здесь у нас пчелиный воск. Но все равно какая-то вот одушка похожая прям на тот крем. Ой, для рук прям он плотный-плотный. Смотрите, какой плотный. Прям такой. Почти как баттер, еле выдавила. Он пахнет вкусненько. Он пахнет пантенольчиком. Он пахнет таким детским кремушком ухаживающим. Прям, знаете, пахнет как кремом из серии Faberlic Baby, которого уже нет. Очень похож. У нас же его сняли. Он тоже был с пантенолом. Смотрите, может попробовать тоже вместо детского крема. Я не знаю, как насчет деток. Посмотрите, поизучайте состав на сайте. Но одушка вот как у детского крема из линейки Faberlic Baby. Прям один в один. Абсолютно так же пахнет, девчонки. Если это он, тот же крем, то он... Великолепно. У нас здесь, видите, пантенол, крем для рук. Надо поизучать состав, может, нам Катюшка Лап потом расскажет. Зародыш пшеницы, есть ли тут что-то для деток вредное
или подходит. Так, дальше поехали. У нас сегодня такой длинный обзор. Получается, все новинки хочется рассмотреть. Это новинки, приводные наклейки для ногтей. Первая 710-36, вторая 710-37. Вот такие они прелестные. Чего-нибудь с вами потом замутим. Сейчас еще немножко ногти отрастут, восстановлю. Так, у нас с вами новые лайнеры. Подводки появляются в новых оттенках. Это Glam Team, та же линейка, вроде все то же самое. Я взяла, девчонки, забыла даже в каком оттенке взяла. По-моему, синий. Да, синий вот же здесь есть. Потому что синих у меня нет, коричневых много, черных много, серый есть, синего нет. Захотелось. Так, артикул 559-91. Мне вообще нравятся вот эти вот маркеры из Glam Team. Они действительно классные. Им удобно прорисовывать тонкую стрелочку. У меня они абсолютно никуда не отпечатываются, не текут. Остаются на месте. Даже без специальной базы под макияж, без фиксатора. В этом плане все нормально. Они застывают. Пользоваться им удобно. Кисть вообще очень удобный формат. Мне больше нравится, нежели карандаш или обычная подводка, у которой кисть длинная. А вот это прям вот идеальная серединка. Вот такая вот кисточка классная, тоненькая. Ой, какой синий красивый цвет. Смотрите, какой красивый. Такой прям вот синий. Не черни, ну, может быть, даже чернильный, да. И вот такую тонкую стрелочку можно нарисовать. Красивый цвет, надо попробовать будет макияж. У нас с вами много чего тут для макияжа. И как раз нарисуем. Новая тушь. Она, кстати, уже была доступна к заказу и не VIP. Она на сайте появилась в понедельник, как начался каталог, вечером. 58-22. И у нас с вами... Так, где информация? Это удлиняющая тушь для ресниц. Кристальный черный. Так, еще идеальные очерченные и невероятно удлиненные ресницы на весь день. Без осыпания, без комочков. Будем пробовать. Тушь тоже, вот видите, запечатанная пришла. Что-то у нас прям хорошо запечатывают, а что-то так себе. Так, тут какой-то прям красивый флакончик у нас с вами должен быть. Вот так он выглядит. Вот такой красавчик. Тоже грани, грани, грани. Кругом грани. На флакончике, кстати, артикула нет. И давайте посмотрим кисть. А в следующем ролике тогда уже с вами макияж сделаем. Ой, какая она, смотрите, мягкая такая, плавающая. Прям мягенькая какая-то, совсем такая гнется вся. Это силиконовая кисточка. На что похож? Ой, не знаю, потому что все другие силиконовые кисточки, допустим, экстрим и так далее, у нас там она узкая. А здесь, смотрите, она как бы вот тут вот начинается прям такая широкая-широкая, а дальше сужается к концу. Вот такой интересный, миндалевидный, не знаю, как назвать эту форму. Форма стрелы, что ли, вот так. Интересная тушь. Запаха никакого не чувствую, абсолютно никакого. Но вот те силиконовые кисточки, они у нас какие-то вот, ну, упругие. А это такая вот, смотрите, прям совсем мягенькая. Она большая. Посмотрим, насколько удобно будет краситься и вообще на действие. Так, все, девчонки, всю коробку разобрали. Фух, наконец-то. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. Ну, на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.